Эти средства направят на такие улицы, как Лесная, Новикова, Прибоя, Садовая, включая Садовый проезд, Маратовская и Маратовские проезды, проезд Строительный и ряд других. Отмечу, что с 2019 года в Тамбове был отремонтирован беспрецедентный объем дорог более 60 улиц. Все они на протяжении 4-5 лет, согласно условиям контракта, находятся на гарантии. Однако, несмотря на предписания городских властей, которые были отправлены в дорожные компании по итогам весеннего осмотра еще в мае, не все подрядчики добросовестно отнеслись к устранению недостатков. Это может привести к понуждению исполнить обязательства через суд, что повлечет применение штрафных санкций.